Всем привет, с вами Димаста. Сегодня я продолжаю играть в Outlast. Я теперь понял, куда идти. Нам нужно вот сюда. О. Какого? Тупая тварь, а? Пипец. Все меня хотят убить. Жди, бабочка, боже. Так, а тут ничего не было. Ладно. Главное не упасть. Ты не хочешь все время там лазить, как в предыдущей серии. Так. Я так понимаю, нам сюда. Но прежде чем туда пойти, я хочу полазить. Может, чуть пойдем? Ай, ладно. Не срать. Так. Что он там написал, интересно? Ну ладно, давайте прочитаем одну. О, не, он слишком много написал. Это заметки, ладно. Вальридер. Повсюду царит слово Вальридер. Так называется эксперимент, который Мерков здесь проводил. Но пациенты говорят... Чё? Так, подождите, стоп. Я прошел сообщение. А, ладно. Все говорят, говорят о Вальридере как о чем-то реально существующем. Вроде демона или духа. Нечто, найденное ими в горах. Я выписал это на шизофрении, но я же и сам видел нечто. Может быть, какой-то сбой в камере, или само это место подбирает ко мне ключики. Но я так понимаю, это те призраки, наверное, которые были видны на камерах. Здесь ничего нету. Может быть, здесь нихаря на батарейке или что-нибудь такое, ну. Так, ладно. Я так понимаю, это душевая, да? Батарейка. Так. Пойдемте дальше. А куда идти дальше-то? А. Конечно, здесь такая душевая, вся уже загрязненная. Здесь все так мерзко. Плюс у меня еще лагает. И эти тупорылые звуки меня напрягают вообще. Так. Немного лагануло, да. Но вот цель найти выход из канализации. Зашибись, еще и в канализации. Просто отлично. Чувак, ты живой? Я думаю, нет, но ладно. Интересно, что там было? Это свет. Так. Это что нафиг было сейчас? Что, пойдем сходим? Нет, может, я что-то пропустил. Может, здесь есть халявная батарейка. И что-то еще. Документ. Не нужны мне ваши документы, я их читать не хочу. Дайте мне лучше халявную батарейку. Ладно, видимо, нам все-таки сюда.
Спустите воду, открыть две заслонки. Ага, нам потом туда, да? Так, я так полагаю, мы находимся вот здесь. Ну да, отлично. Просто отлично. Что это было? Так. Какого хрена? Пошел ты нафиг. Пошел нафиг. Вот уж шлепа. Куда идти? Творит меня. Кофига он мне последует все время. Быстрее, ползи, ползи, ползи. Да. Ох. О, да. Спрятаться будет здесь отлично. Потому что это присоединить где-то справа. Так, ну куда нам идти, а? Во-первых, мы пришли откуда? Оттуда или я оттуда? Что-то я запутался. Надо предохреться. Быстрее, придурок, быстрее! Уйди! Уйди, лысый кот! Ничего не вижу, тварь! Пошел нафиг! Он оторвал мне голову. Отлично! Ну ладно. Интересно, эта тварь будет мне всю игру преследовать или что? Ладно, теперь-то я знаю, что у нас будет снигаться сейчас. Или просто пойти куда-нибудь вправо. Так, теперь откроем как эту хрень. Может, извините, может заныкаться? Кто эта тварь? Я вообще только что она сюда придет. Я слышу его. Идет сюда, что ли? Ну да. Я прям угадал. Иди отсюда. Какого фига? Как ты меня нашла, тварь? Что, такой умный, что ли? Я не понимаю, что. Петух. Да я его фиг знает вообще. Так. Стоп, я сюда пришел или нет, кажется? Или нет? В общем, поползем сюда. Фиг его знает. Ага. Отлично. Дальше. Здесь батарейка или что-нибудь такое. Потому что обратно не бежать к этому придурку неохота как-то. Можно вообще каким-то, может, обойти его. Так, подождите. Сколько он все равно идет? Понятно. Иди отсюда, придурок. Давай, 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 вали, вали. Чмошник.
мне так перелез ударом. Пусть он вообще уйдет отсюда. Пожалуйста. Пошел вон, петух. Вот вошел, да? Ага. Он не думает здесь. Гарри со мной, да? Ну, я так и думал. Здесь трупы. Отлично. Так. Ну куда нам идти? Ну, видимо, не сюда. Это меня немножко напугало. Трогай меня. Я иду по петуха. Ну, где он делал снова цель? Налетел в сканализации. Да ну нафиг. Что за звуки? Понятно. Вот этот чувачок отрывает кому-то голову. Ну ладно. Бывает в жизни огорчение. Does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Как может быть мертвый этот ставить на каком-то эксперименте? Что там интересно написал? Так. Заметки. Доктор мертв. Пациент знает, что доктор Вернике мертв. Один даже спасил меня. А что? Что за опыты мертвый доктор ставил на живых людях? Что же такое проект Вальридер? Ну вот я тоже не знаю, что это такое. Почему они думают, что он мертвый? Как он может быть мертвым? Вообще туда ли я пошел? Нам в другую сторону. Так. Фу, блин. Разработчики, конечно. Уроды. Знаете, что я сделаю? Я, пожалуй, залезу в эту трубу. Даже не буду пытаться открывать эту дверь. Ну, куда нам? Возьмем направо. Его ползем. Фрагили. Не фрагили. Ну ладно.
плевать. Так. Вот что за звук, а? Он меня бесит. Стоп, стоп, стоп. Получается, это та дверь, с которой я вышел и наоборот пришел. Фу, блин. Тупой придурок. Уйди отсюда. Петух. Что ты на меня смотришь? Пошел нафиг. Да и вообще я запутался. Что это за звуки, а? Куда нам ее найти? Сюда? Или куда? Грёбаная канализация. От этих звуков у меня на похоже идут мурашки. У меня такое ощущение, как будто кто-то за мной ходит. Кто-то мне говорил, что эта игра не страшная. Кто-то из моих друзей, точнее, говорил, что она не страшная. Ну да. Ребята, ну поиграйте в нее ночью. Меня смотрит, ты знаешь, о ком я говорю, кто мне это говорил. Так, папочка. Давайте почитаем или нет? Не, не будем читать. Боже, ну куда же мне идти, а? Не хочу идти туда. Страшно. Можно туда? Вообще не могу понять, куда здесь идти в этом лабиринте. Чувак, ну не дыши так. Вот что это за звуки, а? Тут вообще ни хрена не видно. Куда он идет? Дух. Где мы вообще находимся? Вот что, понятно. Давай. Быстрее, давай, 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 давай. Все зависло. Пошел нафиг. Че он так засал? Какого хрена? Придурок. Куда он делся? Дебил, а? Чмошник пробежал. Я готов убить того человека, кто делал эту игру. Какую надо психику вообще, чтобы не убирать? Ух
Хотя я не очень боюсь играть в ролевые игры. Ну как не боюсь? Я боюсь, но играть могу. Что за хрень? Грёбаная батарейка. Добрись до нижнего этажа мужского отделения. Зачем мне на нижний этаж? Я не хочу обратно в канализацию. Я хочу обратно остаться здесь. Что делать? Зачем толкать? А. Нет. Я так понимаю, нам сюда, да? Ну да. Почему уже крови? У нее что, месячный? Я так понимаю, он не откроет дверь, да? Петушок. Ломится. Я думаю, что она не сюда. Так. Тут тоже закрыто тогда было. Сюда мы пришли, здесь ничего не было. Ну вот куда нам идти? Так он и живой, оказывается, да? Ладно, так. Понятно, здесь что-то закрыто было. Я все-таки, значит, нам куда-то сюда. А может быть стоит отодвинуть тот шкаф? Мне не нравится эта идея. Ну да, я угадал. Он двигает его в стенку. Может, не надо? Какого придурок такой сделал? Закрыто. Я надеюсь, что здесь закрыто, да? Отлично. Значит, нам в другую сторону. Слишком жив, слишком жив, слишком жив. Кто-то говорит. Кишит мне там. О боже. Так, знаете, а вот эту бабочку я бы почитал. Всякая хрень. Ну да, здесь закрыто. Ну куда нам идти? Я так понимаю, к ним заглядывать не надо. Так, мы
мы приползли отсюда, да? Даже здесь есть какой-то выход. Ну и что дальше? Там это где? Нужно покалить мою собственную шину. Ну можно. Хочу мясо, хочу мясо. Куда мне бежать? Так чё? Тупые придурки. А! Отвалите, твари! Ну, понятно, короче, убивайте меня. Я понял, что я никогда не взял. Придурки. Да. Мясо, хочу мясо. Пошли в жопу. Давай, давай, двигай, двигай, двигай. Отлично. Петушки. Двигай, 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 двигай. Какого? Как я не допрыгнул-то? Ниоткуда я теперь начинать буду? Неужели опять? А, типа здесь я перепрыгнул уже, да? На что за... зависы? Да блин! Отвисай, тварь. О. Так, стоп. Я перепрыгнул или нет? Так, что-то я не понял. Я так думаю, на туда. Или не туда. Вот чё. Пошли в жопу.
Who's down there? You're not one of them, are you? Quick, get in the dumb waiter if you want to live. Быстро полезем. Ну и там, давай. Пошли в жопу. Придурки. You made the right choice here, buddy. Придурок. Hey, я даже помню того злобного освещения. Я свидетель, не как он тебя называет. Видите, устала. Давай-ка отдохнем. Пусть по бокалу. Мартини. Let's take a break, huh, buddy? You'll do martini lunch? Have a little confab, blah, blah. Healthier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car. Ладно, вот так, чтобы руками и ногами не размахивал. Вот тварь, а. Отвали от меня. Отдай мою камеру. You know, I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run. Так это типа доктор, да, этот? I'm in no hurry. Yes. No? No. All right. Nose to the grindstone, I like that. Okay then, right this way. Тварь, там был выход. Петух. Я убью тебя. Тупой доктор. Куда мы вообще едем? Ну? Ну, насколько я вижу, он не мертвый, он живой. Он продолжает родить эксперименты, петух. Блин, блин. We're putting that tongue to any use anyway. Oh, boy. Truth be told, I was just tired of licking my own hands. Сейчас мы будем консультацию. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation. Я так вот. Ну, и... Oh, movies. And it'll give us a chance to talk. Камеру отдал, урод. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know. I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier than thou Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. Не надо меня убивать, придурок. It's understandable. You people get scared. There's like to turn to God as anything else. And God died with the gold standard. We're on to a more concrete thing now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder is the simplest form, but what happens when all money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. Oh. Make you believe. You paying attention? Don't pass out on me. There's still a lot for you to absorb. Ah, shit. Капец. Better now, right? You understand what we achieved here? We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell what itself. What about that? Офигеть. Как он вообще эту камеру держит? Офигеть.
sealed with Wernicke's nightmares, he worked so well. They can control it. And you can't control it. Nobody! He'll find you. He'll kill you. He's coming now. Trigger! Let's teach you the seven habits of highly eviscerated people. Кровати смотрит. А, меня найти хочет. Let me sell you the dream! Пошел ты нафиг, доктор, ёбаный. Тваря. Уйди. Уйди от меня. Петух. Ну и куда идти? Батарейку бери. Тварь. Капец. Знаете, что я устал от этой игры? Я, пожалуй, завершу на серию на этом. Спасибо, кто смотрел, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте этот ужас. Всем пока.